Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас сегодня, 17 мая. Видео будет называться «Продолжительность жизни растет в России». Ну вот мне прислали сейчас в Одноклассниках послание. Ну и как бы сделав видео на это послание, вы поймете. Средняя продолжительность жизни в России растет. Растет она неуклонно. И всем хочется знать, чем же, сука, закончится эта вакханалия. Слово «сука» литературное, так что не пугайтесь. Вот. А на самом деле продолжительность жизни в России, она и не растет. На самом деле статистика не очень хорошая. Средняя продолжительность жизни в России мужчин, по-моему, там 57 лет, а женщин 63-65 лет. Поэтому не все могут увидеть, чем же это все закончится. Но я хотел бы. Я думаю, и вы, дорогие друзья, тоже хотите увидеть, чем этот кошмар закончится. Дорогие друзья, смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кныш «Путешествие автомобилей». Подписывайтесь на мой канал. Жду новых подписчиков. Всего вам доброго, дорогие друзья.